Ребят, всем привет! Мы сегодня собрались с дедушкой, с бабушкой поехать вместе на одно заброшенное место. Замок Шаровка называется, либо Белый Лебедь, как его раньше прозывали. Если вы любите посмотреть исторические места заброшенные, тогда это видео для вас. Досмотрите его до конца, я думаю, вам будет очень интересно. Ну что, погнали? Так, приехали мы в замок Шаровка. Сейчас будем заходить. Так, ребят, там центральный вход закрытый. И в связи с тем, что военное положение в стране, мы обходим сейчас, так сказать, черным ходом. Сейчас будем заходить. Нам сказали, там можно зайти, будет посмотреть, погулять. Так, сейчас зайдем. И будем вам показывать. Здесь музей вот по дороге встретили мы. Закрытые тоже. Церкушки ихние. Вот таким входом заходим. С обратного входа. Со стороны музея. Так, ну вот зашли мы с черного входа. Идем аллейкой. Мама там себе снимает. Ребят, хочу немного истории рассказать об этом месте. Называется Садыба Шаровка сейчас. А раньше назывался Белый Лебедь. Была основана первым владельцем 1700 года. Последним был владелец немецкий Байрон Леопольд Кимбих. Он, по версии истории, влюбился в местную барышню. Они поженились. На свадьбу приехало много гостей. И рядом с этим поместьем здесь был пруд, и на нем плавали белые лебеди. И гости назвали этот замок Белый Лебедь. Вот откуда идет первое название. Вот. Затем у них была семейная жизнь. С барышней с этой были детки, они здесь жили. Она, эта барышня, очень любила цветы, и барон даже для своей барышни построил теплицы. Но в итоге барышня очень сильно заболела туберкулезом. Цветы ей помогали, она дышала, для здоровья было немного лучше. Но в итоге, когда они отсюда уехали, в Германию, забросив замок, она там умерла. Умер вскоре за ней и барон этот. Вот. Потом этот замок перешел во владение власти. Они здесь открыли местный туберкулезный центр, где жили люди. Люди бедные, и сюда помещали заключенных. В итоге оно там было недолго, закрылось. Вот. И почему сейчас нету реставрации, почему многие не хотят открывать, реставрировать этот замок. Потому что боятся, что туберкулезная палочка 300 лет вроде сохраняется. Вот такая вот история, ребят. Вот уже дошли до замка. Так он со двора выглядит. Там проходная, через которую центральную мы не смогли зайти, она закрыта. Здесь перед замком такая вот территория. Асфальт, вернее, что от него осталось. Лавочки здесь уже поставили новые. Само здание выглядит вот так вот. Полуразрушенное. Стекла повыбитые. Да, вход в замок оказался все-таки закрытым на замок. Так что, к сожалению, мы вам не сможем показать, что внутри. Но сейчас покажем здесь прилегающую территорию парковую. Тимка катается здесь. Колясочки у нас в летнем боксе.
так все, ребят, печальненько выглядит. Спереди замок выглядит вот так вот. Мы сейчас будем спускаться вниз. Там пруд и там теплицы. Здесь вот такие вот столики свежие стоят. Вот какая-то архитектура. Непонятно, что это. Беседка или что-то было раньше. Скорее всего, видимо, судя по стульям. А вот именно это, видимо, остатки с теплиц. То, что осталось здесь. Все заросло травой. Одни полуразрушенные стены. Так вот все выглядит внутри. Сплошные заросли. И вот так они здесь в ряд. Их здесь несколько рядов таких теплиц. Выглядят они одинаково. Погуляли, надо подкрепиться. На свежем воздухе, да? Да. Спускаемся вот к водичке глянуть. Ручеек течет. Вода, конечно, здесь выглядит печально. Так же, как и само это поместье. Мостик, со стороны мостика так выглядит вода. Забор опасный. Так на другой стороне выглядит. Вот так печально выглядит забор вокруг этого озера. А там сам замок. Обходим с другой стороны здание. Все-таки ищем свободные двери, может где-то открыто, чтобы зайти вовнутрь. Все-таки хочется посмотреть, показать вам. Вряд ли. Ну что? Тимка подкрепился, развлекается с игрушкой. Вот можно зайти. Здесь вот что-то вообще зайти. Все плачевно выглядит, развалено. Может, может здесь люди заходят. Мы просто слышим, что внутри люди там находятся и голоса чьи-то. Знаешь, где-то как-то люди смогли зайти. Ребят, ну что, по территории мы прогулялись. На сегодня все. Но мы здесь встретили охранника и договорились, чтобы нас пустили вовнутрь, чтобы мы посмотрели внутри сам замок. Но это будет уже завтра. Это будет следующее видео. Если вам интересно, тогда завтра обязательно смотрите это видео. И там мы вам покажем, как мы гуляли внутри. Сниму вам все интересное, все, что там сохранилось. Ну а на этом все, ребят. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь на наш канал, если еще не подписались.
Также подписывайтесь на инстаграм-страницу. Ссылка на нее в описании этого видео. Всем пока, до встречи.